Здравствуйте, друзья! Повод сегодняшнего видео, как несложно догадаться, Новый год, который мчит к нам просто с колоссальной скоростью. Осталось уже совсем немного. Предыдущий год был, к сожалению, непростым, я бы даже сказал тяжелым, по крайней мере для меня, и, я думаю, к сожалению, для многих. Но, тем не менее, как писал известный мэтр поэзии, если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Это Маяковский писал, если кто не знает. Как бы там ни было, предлагаю вам вспомнить, как этот год прошел для нашего канала. Я подобрал избранные моменты и предлагаю вместе со мной освежить их в памяти. Ведь каждый из вас ценен мне не просто как зритель, а как некоторый соучастник происходящего. Особенно это относится к верным моим подписчикам, которые со мной еще с основания канала, еще когда канал был сугубо по электронике. Вот. Давайте быстренько глянем, как это было. Да ну нафиг, не-не-не. По-моему, получилось прикольно, правда? И похоже действительно на гранату. Ну, если бы еще зеленым цветом. Идем преследование Жигулей. Автомобиль ВАЗ-2105. Остановитесь! Глеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Глеб Егорыч! Вот так вот. Опять пришла? Хорошая. Почему не по уставу одета? Почему дубленка не уставная? Бегом! Быстро переодеваться! Пусть в новом году каждый больной выздоровеет, каждый безработный найдет любимую работу, каждый одинокий найдет любовь или верного друга. А я за это выпью, чтобы это все сбылось и по отношению к вам, и по отношению ко мне. Ух. Вино. Где мой гигантский гриб? Нормально. Пусть все будет хорошо.